Алкогольная зависимость – глобальная проблема, актуальная по всему миру. Широко известно и о его вреде здоровью. Однако количество людей, потребляющих алкогольные напитки, не уменьшается. Алкогольная зависимость – самая распространенная разновидность расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Согласно статистике 2022 года, алкогольная зависимость у мужчин составляет 9,52%, а у женщин – 1,48%. По словам врача, алкогольная зависимость начинается в молодом возрасте, в среднем от 22 до 23 лет. Но алкогольная зависимость имеет в своем характере иметь хроническое течение. То есть, если она возникает у человека в любом возрасте, в раннем, в среднем, то продолжается, как говорится, на всю жизнь. Ну, основной возраст, который вот у нас пациент обращается, ну, можно сказать, после 20, 22-23. И, к сожалению, вот в течение многих лет они, как говорится, поступают, выписываются, то есть там год-два ремиссия у некоторых, потом опять возвращаются. Полный курс лечения бюджетный от 22 до 25 дней проходит. Здесь курс детоксикации, то есть медикаментозно, потом психотерапия подсоединяется. Один из тех, кто столкнулся с данной проблемой, 38-летний Дмитрий. По его словам, это началось в 23 года. Получив специальное лечение, буду проходить повторное лечение в наркологическом диспансере один раз в год, говорит он. Курс лечения проходил, началось это с 23 лет, наверное, примерно. Да, с 23 лет. И вот так продолжается, в принципе, год через год. Нет, курс лечения помогает, почему? Ну, держишься, да, все равно, но иногда бывает срываешься. Зависимость, наверное, алкогольная, скорее всего. Усталость после работы бывает, выпьешь. И не останавливаешься после этого, потому сюда приходишь, все равно здесь помогает намного лучше. Существует несколько способов лечения алкоголизма, включая медикаментозную методику и психотерапевтические методы. Каждый из них может помочь в отдельном индивидуальном случае. Только врачи-наркологи могут дать оценку состоянию организма и назначить необходимые процедуры для восстановления. С начала года около 700 человек прошли лечебные курсы в отделении наркологической службы города Семей области Абай. Талшын Шакыртхан, Арайлым Алиханова, Ильжан Макзумов, телеканал Семей.